Всем привет, вы на канале Хамезима, это мой новый влог, начинается он с дороги. Мы в пути в Кисловодск остановились на заправочке. Остановочка у нас. Сначала приехали в Пятигорск, вкусная точка, так как у нас еще много времени. Как дела? О, как холодно. А, да. Вот такая красота нам приятно. Такое впечатление, что я нахожусь в каком-то банкетном зале на торжестве. Посмотрите. Я на обед еду. Такая вот обстановка. Вот такие вот дела. Жду зиму. Это называется «А я кайфую, мне по барабану». Бассейн для маленьких и для взрослых. Здесь даже салон красоты, косметолог.